все, я тут хорошо пристегнута? Да, на 8 тонн пристегнута. Честно? Честно. Да, конечно. Я боюсь. Ой, господи, нужно ее назад отслеживать? Нет? Уже не надо. Конечно. Один раз ее. Мне можно за нее держаться? Да, можно держаться, у меня руками держать. Серьезно? Вы же говорили вот так. Лучше, да, по сторонам, но можешь и держаться. Хорошо. Если меня вырвет. Вырвет? Ага. Ну, снизу тебя приму все равно, откачают. Ладно, хорошо. Сейчас вспомнишь это. Ой, не хочу что-то. Так, я сейчас сама тихо. Всегда так прыгаю, да? По-разному бывает, прям вообще не думаю. Да? Бывает, вообще не прыгаю. А как назад? Да? А как назад лезть? Сердце бьется, мне кажется, оно вообще вылетит. Я не ударюсь, да, буду хрень, ничего? Вообще никак. И я не отрублюсь, не отрублюсь. Вообще никак. Ух, ё-моё. Блин, что-то я это... Наоборот, намного дольше и опаснее. Да? Давай, развернись ко мне. Не, что, задом? Да. Ну, может, не надо, пожалуйста, подождите. А что, ты будешь стоять и ждать? Не, а можно на нее сесть? Нет. Только так, да? Я сейчас выбора не оставлю, у тебя осталась минута и все. Да? Да, очередь копится, народу снизу много. Все хотят прыгать, а ты не хочешь. А как страшнее, задом или передом? Тоже по-разному, у людей по-разному все. Некоторые задом просто не воспринимают, некоторым наоборот нравится. Ну, хорошо. Что тебе выбирать-то уже? Да. Давай, руки сюда. Как? Просто ко мне развернись. Задом? Да. Я просто боюсь, что внутри будет. Может, передом? Давай, передом, развернись туда. Бери в руки эту веревку. Не, я сама хочу прыгнуть. Я сейчас сама прыгну. Пожалуйста, не толкай тебя. У тебя полминуты. Раз, два, блин, не могу. Прям меня аж тошнит. Ладно, давай за мной. Давай руки, встань ко мне, развернись. Вверх, вверх. Не, я сама прыгну. Ты блин, уже это не сделала. Нет, я сейчас сама прыгну. Отталкиваться сильно? Да можешь и так шаг Опа. Яма? Господи, ну вот нафиг.